В Сыктывкаре перекрыли дорогу на Дырновские дачи. Связано это с заменой водопропускной трубы, которая проходит под дорогой. В дорожном хозяйстве уточнили. Основную дорогу на заезде со стороны Дырноса перекрывают полностью. Движения нет по всей ширине проезжей части с 21:00 до 6 утра. Действовать ограничение будет еще и завтра. Работы проводятся поэтапно. Автовладельцев просят отнестись к ситуации с пониманием.